Это занятие по лепке второклассников школы искусств. Одно из самых любимых у всех учеников. Ребята с радостью делятся, почему им так нравится создавать творческие шедевры. Ну, это как зарядка для рук или как массаж. Это интересно и привлекательно. Мне больше нравится всяких на каркасе. Мне нравится то, что это вот так разминаются руки. И мне нравится это работать в тишине. На занятиях используют пластилин, но чаще хочется природный материал – глину. Ее применяют для обучения учеников художественного отделения и отмечают особенные свойства. Педагог Светлана Лебедева – мастер по глине и занимается реконструкцией древней посуды. Сама воспроизводит копии сосудов, которыми пользовались жители Кандинской земли тысячи лет назад. Коллеги Светланы Ивановны поддерживают ее, и вместе они решились заявиться на конкурс инициативного бюджетирования и представить проект «Керамика для всех». Благодаря победе теперь в школе искусств появится помещение, где будет установлена муфельная печь, и глиняные шедевры получат настоящий обжиг. Даже не только вот для настоящего времени, но и для будущих детей Урая, которые будут заниматься дальше в этой школе через 10 лет, через 20 лет. Вот. И я думаю, что это ремесло, его называют вечным, но вот он вечным, оно, наверное, и останется. Проект инициативного бюджетирования предполагает оборудование помещения, где и разместится муфельная печь для обжига глины. Директор школы искусств Ирина Миникаева демонстрирует, где это произойдет. Ранее сотрудники школы уже проконсультировались со специалистами в вопросах безопасности. Помещение определили сами пожарные, то есть они обследовали школу и сказали, что вот здесь возможно, потому что здесь можно установить противопожарную дверь, и, соответственно, будет сделана вытяжка вот в эту вентиляционную камеру. И еще, что очень хорошо, это очень близко к классу Светланы Ивановны. Установка муфельной печи – это не просто развитие направления школы, это сохранение традиций коренных народов Севера, сохранение истории родного края, считают сотрудники учреждения. Попутно ребенок узнает, где эта глина добывалась, как люди ее использовали с древнейших времен, какие орнаменты они на нее наносили, какой смысл у этих форм, сосудов, кувшинов, допустим, каких-то изделий. Реализовать проект «Керамика для всех» и начать изготавливать глиняные изделия в детской школе искусств планируется уже в следующем учебном году.